Чувствую, что это вопрос и американских евреев. Нужно ли евреям лезть в политику? Сейчас начинаем из этой дискуссии, которая идет. Это не имеет значения, потому что человек, который лезет в политику, он уже не еврей, он уже политик. Хотя ему и кажется, что он там будет чего-то делать для своего народа или Израиля, даже если у него есть такие благие порывы, то это только поначалу, а потом он меняется абсолютно. И ничего в нем не остается ни от евреев. Кроме того, когда он достигает каких-то политических высот, то он обязан играть, как все остальные, и он становится большим антисемитом. Это мы видим среди американцев на каждом. Ну вот заодно спрашивают, почему евреи сделали сильным именно государство Соединенные Штаты Америки? Евреи сделали сильным. Ну потому что они туда переехали, они думали удрать из Европы. А сейчас куда они будут удирать, я не знаю.